Однажды в крещенье собрались девчата винишко попить, поболтать. И вот после третьей, а может быть пятой, решили они погадать. А Маня в тот день больше всех накатила. И надо ж случиться беде, что туфельку кинуть сейчас же решила с балкона навстречу судьбе. Что, дескать, кто суженый, быстро узнает, ведь нет у счастья границ. Поскольку внизу эту обувь поймает лишь ей предназначенный принц. И не остановишь, уж вы мне поверьте, девицу, вошедшую в раж. Да только добавил туфле ускорение, увы, 21 этаж. Случайный прохожий Валера Морозов по кумполу стукнутый вдруг с туфлей получил сотрясение мозга и очень приличный испуг. Уехал на скорой, такая вот песня, мозги и нервишки лечить. А после больницы вернулся на место, за тот беспредел отомстить. Решил весь подъезд обойти понемногу, пришибленный наш правдолюб. Кому эта туфелька влезет на ногу, та баба и есть душегуб. По стенке размажу, подумал Валера, и начал обход, помолясь. И надо же, 42-го размера лишь Манина ножка нашлась. Тут Маня в объятия к Валере упала, да так, что он речь потерял. Поскольку девчат вот такого накала да травмы своей не встречал. Ну вот, и не верь после этого сказкам, судьба улыбнулась двоим. В семье народились мальчишки-двойняшки и дразнят их братьями Гримм.